Ребят, всем добрый день. Вчера показывала в сторис, что получила свой очередной заказ. Это на самом деле давний заказ, просто я его никак не могла забрать. Из пункта обслуживания вот он. Сейчас хочу развернуть, раскрыть, посмотреть, да, что же там у меня такое пришло, что же я выбрала, купила для своей семьи. Тут две коробки, да, на обоих подписано. Вот Злобин, видно или не видно? Видно, наверное, Злобина Екатерина Юрьевна, это я. Вот, прям сейчас буду распаковывать. Надеюсь, что у меня все получится со скотчем. Потому что иногда бывают сложности. Так, открываем первую коробочку. И буду все потихоньку доставать, что там есть. Так, у нас здесь витамины. Это на самом деле часть подписки Life Plus, твоя жизненная энергия, в нее входят витамины женские, я беру для себя, мужские мужу отдельно, да, и сюда входит еще белковый коктейль протеиновый, я беру со вкусом ваниль, но сейчас его дальше покажу, да, здесь у нас это комплекс мультивитаминов, минералов, тут вот прямо на упаковочке прописано, то есть туда входит одна таблеточка мультивитамины и минералы, швенский бьюти-комплекс астаксантин, это сильнейший антиоксидант, он в несколько раз, в сотни раз сильнее коэнзима Q10, витамина Е, витамина С, да, то есть если загуглите, посмотрите, почитаете вообще что-то на тему антиоксидантов, то поймете, что это реально очень крутая штука. И омега-3, две капсулы, это суточная норма, то есть чисто поддерживающая суточная норма. И вот тут вот, почему, в общем-то, я для себя эти витамины выбираю, да, это шведское производство. Это наивысший стандарт фармацевтического качества GMP. Надеюсь, что более-менее видно. Вот, в общем-то, такие вот витамины, это на 21 день рассчитано. Все вот эти вот 4 такие как бы таблеточки, да, они идут в саше. Очень удобно, даже если брать с собой, то классно. Так, дальше, что у нас еще здесь? Здесь, так, по отдельным коробочкам почему-то положили. Здесь кондиционер, молоко и мед. Мне очень нравится эта серия. Была в этом каталоге с классной скидкой. И я взяла себе шампунь и кондиционер. Как раз у меня вот заканчивается, поэтому здорово, что я вчера все забрала. Дальше, такое вот смягчающее средство, оно с ароматом вишни, очень прикольный запах, я вообще люблю вишневые ароматы, я не люблю ягодные, вот вишня это единственный ягодный аромат, который мне вообще нравится. Я взяла что-то, по-моему, даже 3 штучки, но здесь вижу 2, ладно, не суть, может быть, в следующей коробочке. Как я его использую, да, во-первых, это на губы в качестве бальзама, во-вторых, это на локоточки, вот сюда вот прям наносим на локоточки, мы все время, да, вот где-то особенно у кого там сидячая работа какая-то, да, там за компьютером, мы все время вот этими вот локоточками шоркаем, и они очень грубые становятся, я вот раньше помню, да, когда я работала, у меня вот постоянно вот эти локоточки были загрубевшими, даже если там скрабиком пользуешься, но все равно, да, тут очень такая как бы кожа подверженная внешним воздействиям. Сейчас я постоянно вот так вот мажу, и все, я вообще забыла про эту проблему. Кутикула, опять же, да, где-то на ходу, у меня во всех сумках этот бальзамчик, там, в тумбочках, в машине, да, то есть я все время вот на ходу где-то что-то могу себе помазать, очень удобно. Дальше у меня здесь вот такая вот помада, одна из моих любимых. Вообще, я раньше помадами не пользовалась. Начала вот пользоваться помадами только в Oriflame, потому что помады реально крутые. Такой вот себе взяла прикольный оттенок. Вот, буду сегодня пробовать, тестировать. Это Giordani Gold помада. Это люксовая серия. Я не помню, как назывался оттенок. Pink Delicacy, нежный розовый, наверное, он назывался. Это помада «Золотое сияние». Очень классно ложится. Прям вот ровненько, да, без каких-то проплешин. Никуда не растекается. Как будто, знаете, вот вы, ну, я не знаю, бальзамчиком каким-то, да, по губам мажете, наносите. Очень классно. Прям вот супер нанесение и держится тоже отлично. Так, что еще у меня? Ай, здесь есть. Я заказала себе очки. Вообще, у меня есть очки, которые давно, когда-то... ну, как давно?
Я не помню, в каком году мы тогда ездили. В общем, мы ездили с мужем в Берлин, и тогда и он, и я себе там купили очки Ray-Ban. Я до сих пор их ношу, я их очень люблю. Я вообще достаточно так привередлива к теме очков и форме очков, но тут мне... Но я никогда не носила авиаторы, да, и тут как бы в компании Reflame вышли вот такие авиаторы, и я очень много от наших ребят слышала классных отзывов именно по поводу самих линз, что они действительно классно защищают от солнца. Форма мне понравилась, да, внешне, я решила попробовать, вот. Как я вам в авиаторах? Вот, будут мои первые в жизни авиаторы. Так, протестю сегодня, кстати, тоже. Сейчас буду выезжать уже из дома. И что у меня здесь осталось? У меня здесь остались каталоги. Я не буду уже поднимать коробку. Я взяла несколько каталогов, отдам маме, свекрови, потому что они у меня что-то периодически берут, да, как бы, ну, все же моются, там, зубы чистят, да, женщины тем более красятся, парочки подружек отдам, да, я думаю, вот, поэтому я все равно каталоги беру, да, как бы, моя задача какая, когда я работаю с компанией, моя задача для компании делать товарооборот, да, если я могу еще что-то людям, да, помимо того, что я выстраиваю потребительскую и партнерскую структуру, порекомендовать лично из того, чем я пользуюсь, мне будет не стрёмно это порекомендовать, потому что я уверена в качестве, то, в общем-то, почему бы этого не сделать, да, человек мне скажет спасибо. Я, например, иногда знакомым девчонкам кое-что дарила, да, из тех продуктов, которые мне нравятся, они сейчас у меня сами пишут, звонят и говорят, хочу заказать, мне так понравилось. Вот, это тот самый протеиновый коктейль, про который я говорила, вкус ваниль. Что здесь, да, в этом коктейле? Здесь несколько видов протеина, молочный, горошка и свеклы. Вот, то есть очень классное сочетание, да, когда белок у нас идет с клетчаткой, потому что в этом случае белок усваивается гораздо лучше, нежели без клетчатки, да. Подумайте, почему к мясу рекомендуют есть зелень и овощи. Вот, в общем-то, вам ответ на этот вопрос, поэтому обращайте на это внимание. Здесь, смотрите, еще что мне нравится в этом коктейле, здесь низкий гликемический индекс, то есть он подходит даже для диабетиков. То есть уровень сахара в крови при употреблении коктейля, он резко не подскакивает, да, как бы, и организм не сходит с ума. Дальше, что еще? Здесь адекватная порция белка. В одной порции, да, 7,5, по-моему. Да, 7,5, чтобы не обмануть, в одной порции. Это адекватное потребление белка. Это не какой-то там протеиновый коктейль для качков, да, когда там офигенская порция белка, точнее, офигенское содержание белка, да, в одной порции. И просто для организма это очень тяжелая нагрузка, да. То есть перебарщивать с белком-то тоже на самом деле не надо. Все должно быть сбалансировано. Вот, что здесь еще показать? А, да, кстати, очень важный момент. Рекомендовано Национальной ассоциацией диетологов и нутрициологов России. Вот, такую вот штуку я пью. Ой, у меня тут немножко сбилось. Сейчас вот так поправлю, чтобы у меня не упало. Я сама себя снимаю. Больше некому. Да, о чем я говорила, шампунь, та же серия молоко и мед, очень классная, девочки, рекомендую. Я много, на самом деле, перепробовала в свое время шампуней. Теперь для моего любимого сыночка мы пьем вот такие вот витаминки. Тоже шведское производство, комплекс мультивитамины и минералы. Здесь идут очень полноценные по своему составу, здесь нет никакого сахара, да. Мамы, обратите на это внимание, потому что иногда мне девочки говорят, да, мы пьем витамишки в аптеке. На секундочку, вы состав читали вообще этих витамишек? Вы почитайте, как бы, что вы даете своему ребенку, да, и... Здесь нет красителей, нет консервантов, но, в общем-то, это все прописано на упаковочке, но очень мелко, поэтому я, наверное, показывать не буду. В общем, витаминки реально классные, их рекомендует, кстати говоря, Наталья Таран, да, это очень известный педиатр, научный сотрудник, да, тоже можете просто загуглить, посмотреть ее ролики на Ютубе, да, я надеюсь, вы понимаете, что люди как бы с таким именем, да, они не будут там как-то за деньги это делать, они это делают просто потому, что не работают с этими продуктами. Дальше, очень крутая омега-3,
Жидкое мы пьем вместе с ребенком. Есть на самом деле еще капсулированное, но жидкое выходит. Тут больше содержания получается самих жирных кислот, и выходит по бюджету, да, выгоднее, поэтому я тоже пью дополнительно вот к тому, что я пью в пэке, да, я пью еще тоже ложечку. Кто-то пьет столовую, я пью на самом деле чайную, просто потому что мы одновременно с ребенком, да, я ему даю чайную ложку, потом пью сама тоже чайную ложку, дополнительно, да, к тому, что есть в пэке. Выгоднее выходит по деньгам жидкое, поэтому мы вот с ребенком берем жидкую такую омега-3. Чем она отличается от рыбьего жира, который можно в аптеке купить за 100 рублей? Да, это стоит не 100 рублей, но я не буду, например, пить то, что в аптеке стоит за 100 рублей. Мне очень важно, что попадает в мой организм. Это 5 степеней очистки. Это омега, да, которая производится не из печени, то есть вообще жирные кислоты могут добываться как бы из печени, например, и тогда они будут, возможно, да, я не утверждаю, но скорее всего, они будут еще, там будут содержаться различные примеси, да, вообще рыба, она достаточно токсична, и все, что вот в водичке есть, она все это собирает, там примеси тяжелых металлов какие-то, да, и так далее. И мало того, что наша омега-3, и больше это все будет, соответственно, в печени, да, аккумулироваться. Так вот, наша омега-3, во-первых, она не из печени делается, а из тушки мелкой рыбки, которая обитает в холодных морях и как бы в глубоководных водах, а вот не на поверхности, да, соответственно, там тоже всех вот этих вот примесей меньше. Я, ну, как бы как потребитель вам говорю сейчас, да, там не как специалист. Более того, да, после этого она еще проходит 5 ступеней очистки. Вот таким вот образом. И на самом деле у меня ребенок с удовольствием пьет вообще без проблем, да, я ему так и говорю, пьем омешку, и все, он открывает ротик и пьет, потому что рыбий жир есть, конечно, какой-то, ну как бы запах, но он вот прям едва уловимый, потому что лимончик, да, который здесь присутствует, он просто все это перебивает. То есть это натуральный вкус лимона, да, это не какая-то там не какой-то химический ароматизатор. Вот, дальше, что у меня здесь еще? У меня дневной крем Эко Бьюти, я пользовалась до этого серией Экологен дневной, вот он у меня как раз заканчивается, я решила взять Эко Бьюти, потому что я его уже брала, он по текстуре более легкий, да, я думаю, на лето сейчас это будет приемлемее. Вот, это натуральная серия идет, именно эко-серия, да, то есть компания, она вообще... Это большой концерн, да, и там раз есть разные серии для, соответственно, разных категорий людей, разных потребностей, разные потребности, да, разные линейки в ассортименте. Вот так вот он выглядит. Мне очень нравятся, на самом деле, крема с дозаторами. Смотрите, когда не надо там куда-то в баночку лопаточкой, пальцем или чем-то еще лазить, да, ты выдавил сколько тебе надо, и это классно и удобно. Зубная паста. О чудо, мы с семьей чистим зубы, я не знаю, как вы, мы чистим. Чем мне нравится эта зубная паста? Здесь в качестве абразивного компонента используется силика. Это на сегодняшний день наиболее безопасный абразивный компонент, который не царапает зубную эмаль, потому что у него частички, они как бы такие округлую форму имеют, да, и благодаря этому эмаль не царапают. И это такая вот масочка, взяла на пробу одну штучку, сегодня, может быть, попробуем, посмотрим. Витаминная, бодрящая, вот, на лето самое то, да, чтобы лицу придать свежести, яркости, бодрости, вот, поэтому попробую и про результат, наверное, обязательно где-нибудь в сторис расскажу. Теперь самое интересное. Переходим. С каждым заказом приходит вот такая вот накладная. Я посмотрю, сколько я за все это дело заплатила. Сейчас я найду, где вообще сумма ставится. Да, вот она такая вот штука. Сумма к оплате за все вот это вот. Так, как показать? Вот она. Сумма к оплате. Сколько там? 2,286. Вот такая вот сумма к оплате за все то, что я
купила. Я даже не знаю, что из этого можно выбросить, да, что не нужно мне и моей семье. Ну, можно без витаминок прожить, если, конечно, вы точно знаете, да, сколько белка вы потребили из курочки, которую вы съели, и где эта курочка вообще выращена, да. Можно от витаминок отказаться, да, если вы точно знаете, там, сколько, например, железа, да, в том яблоке, которое вы съедаете. Кстати, еще не сказала, витамины делятся на женские и мужские, да, и в женских витаминах больше того, что нужно, соответственно, нам, девочкам, да, в мужских больше того, что нужно мальчикам, да, мужчинам, вот, то есть вот это тоже все очень грамотно продумано. Вот, ну, может быть, там помаду можно было не брать, или блеск, или, не знаю, там зубы не чистить, или голову не мыть, да, там кремом, может быть, не мазаться. Вот, ну, без очков можно было обойтись, ну, ребенку можно не давать омегу витаминки, но я, например, за то, чтобы избегать визитов в больницу, да, в больницу ходить только на медосмотре, поэтому, в общем-то, вот такие мои покупки.